Здравствуйте, мои хорошие, дорогие подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Я с вами приехала, угадайте, куда? На плантацию голубики. Смотрите, какая красивая крупная ягода. Сейчас я вам покажу. Видите, какая красивая голубичка. Сейчас попробуем. Видите? И мы начинаем. Ну, видите, какая красота. Вот это все лаурия. Красотища. Видите, какая красивая ягодка. Ну, угощайтесь, кушайте. Кушать, пробовать не запрещено. Я мечтала, что я попаду все-таки в этом году в Плаубьера. А вы же знаете, что мечты сбываются. Вот одна горсточка и полна. Очень много вкусной и красивой ягоды. Ехали мы километров 20-30, хотя у нас в Бринкуме растет блаубера. Почему мы так далеко ехали? Потому что здесь и только здесь такая крупная, высокая ягода. Не нужно наклоняться и не нужно собирать мелочь. Ну, сейчас я прервусь и покажу вам позже, потому что я люблю собирать ягоды двумя руками, а тогда некому держать телефон. Вот, пока я с вами болтала, у меня уже вон сколько ягодок. Прерываемся ненадолго. Ну вот, здесь собирают все голубичку, черничку. Тут одна девочка красивая собирает, маленькая такая. Вот, это девочка, моя внучка. Ну-ка давай, внучка, шевели ручками. Баба должна быть. Не бойся, нет там пауков. Ну-ка смотри, давай догоняй бабушку. Бабушка одной рукой рвет. А ты двумя. Видишь, у меня уже сколько? Уже твоя корзинка полная у меня. Ну, потому да. Что моя больше твоей. Давай я чуть-чуть посмотрю. Посмотри, посмотри, вкусно? Да. Посмотрите, какая ягода, девчонки. Посмотрите, какая ягода. Ну, как ее не собирать? А вот тут какая красавица. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как ее можно не собирать? Такая красота. Фу, где-то на мне сидит клоп, посмотри. И он воняет. Какой клоп? Клоп. Так, вот здесь зеленый такой жук, посмотри. А, он у меня тоже был там, он на ноге. Да? Да. Ну, да. Да, а вот тут моя старшая внучечка собирает ягодки. Угу. Умничка моя. Она тебя не показывает. Ксюшечка. Она себя не показывает, да? Угу. Потому что она сильно красивая. На обязательно выложу на YouTube. Пусть все смотрят, какая у нас красивая ягода. А что? Нельзя? Алина хочет, чтобы она была тоже звездой YouTube, да? Только мама не хочет. Мама не хочет. Ну, хорошо. Значит, поговорим еще с мамой. Можно нам или нет? Кстати, ты у меня уже есть в роликах. Когда Остерн собирали. Остер Айер. Тогда вы у меня все есть. Вкусно. Вкусно? Да. Видишь, как хорошо, когда вкусно. Еще проверить твои ягодки. Мои? Да. Да, они же здесь с куста сорванные. Вот и проверяй на кусту. Ай, баба!
Хитруля. Хочет старую бабку вокруг пальца обвести. Я сейчас с тобой. Да, пожалуйста. Никому не запрещаю. А? Там жук. Жук? Ты нарвала ягоды? Очень много. Да, ты моя сладкая. Сейчас посмотрю. Мама, ты этот YouTube? Я дала тебе сын. Да. А мне это можно? Что? YouTube сниматься. Ну, если мама разрешит. Мама уже разрешила. Ну, значит, можно. Баба, можешь меня тут помочь? Я должна тебе помочь? Да? Нет. Ты хочешь мне помочь? Нет. А что? Я кушай на здоровье. Где моя маленькая, которая много-много ягод нарвала? Где самая маленькая? Покажи. Nein. Sie will nicht auf YouTube sein. О, да ты моя роднулечка. О, сколько же ты нарвала? Наверное, это мама твоя нарвала. И я чуть-чуть. И ты чуть-чуть. Молодец, умница моя. Вот кто будет бабин помощник. Вот такая красотища. Вот здесь рябинушка спит вдоль дороги. А вот здесь растет голубика или черника. Когда-то я разбиралась, что же это такое голубика или черника, и пришла к выводу, что это черника садовая. Васикум – это имя и для голубики, и для черники. Но есть гатунгснаме. И гатунгснаме говорит о том, что это черника. Я сейчас уже не помню гатунгснаме, но я напишу в описании под видео. Наш автобус прибыл. Нас сейчас довезут до места оплаты. А мы поедем домой. Ну вот, мои хорошие, мы уже и дома. Сейчас я покажу, чем я занимаюсь. Я перебираю ягоды, чтобы их отправить в заморозку. Это ягода садовая черника. Кто-то называет ее голубикой. Ну, сейчас я переберу свои ягодки и покажу, что у меня получится. Ну что, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Вспомнила, хочу вам рассказать. У нас там, где я родилась и там, где я выросла, растет голубика. Голубика растет, очень много ее растет, и крупная, хорошая. И вот с самого раннего детства, как-то ребятишки, мы были приучены ходить и собирать ягоды. Кто-то просто ходил, кушал, а я всегда брала с собой ведерко трехлитровое. Такое ровное ведерко самодельное, металлическое. Пойду, ягод наемся и домой ведерко принесу. Мама, когда увидит, что я принесла ягоды, говорит: так, собирала, а теперь садись и перебирай. Как мне не хотелось ее перебирать. Но мама была права. Но собирала — перебирай. А позже даже и варенье варила сама. Ну, что хочу сказать. Это было такое же чувство, как
как сейчас, когда я набираю много грибов. Вот наберу много грибов, а потом сама себе говорю: насобирала? А теперь перебирай. И пока все не переберу и не доведу до ума, спать не иду. Но хотела вам еще рассказать, я уже начала там еще на плантации рассказывать про то, что я проводила расследование. Что же это, голубика или черника? И пришла к выводу, что это все-таки черника. Пришла к выводу, сопоставляя ботанические названия растений. Вот эта ягода, которая называется Хайдельбера, это черника. Есть Вильд Хайдельбера, та, которая растет в лесу, мелкая, а это садовая. Ботаническое название черники – Vaccinum mortilis. Это черника. Ботаническое название голубики – Vaccinum uliginosum. Отличается только Gattungsname. Остальное все одно и то же название. И также брусника, из брусника тоже Vaccinum. Vaccinum vitis idaea. Вот это название, ботаническое название голубики, черники и брусники. Это один и тот же вид растения, только разные подвиды. Поэтому я могу сказать, что это не голубика, это все-таки черника, садовая. Вот. Ну вот как-то так. Я тут у меня еще перебирать и перебирать. Поэтому немножко отвлечемся. Ну вот как-то так, мои хорошие. Вот у меня получилось 5 килограммов пакетов, которые пойдут в заморозку. Кроме этого, у меня еще такая вместительная мисочка для еды. Я ее отправила в холодильник. А вам хотела еще раз показать вот такую прелесть. Видите? Вот такие ягодки. Вкусные, сладкие, крупные. Пусть полежат. Не все сразу. Вот как-то сегодня так. Не думал, не гадал, нечаянно попал. Попала я сегодня на голубику. У нас уже сложился такой ритуал, что сначала начинается виктория или клубника. Мы набираем клубники на сезон. Потом идет черешня, малина и начинается блауберн. Ну или голубика. Я думала, что я уже прозевала голубику, а тут мне просто повезло. Повезло. Вам тоже повезло полюбоваться на эту прекрасную ягоду. Даже бы, говорю, если бы не собирал, то просто посмотреть. Здорово. Эта плантация находится где-то около 30 километров от нашего дома. Хотя есть у нас здесь и в Бринкуме плантация голубики. Но она такая. Надо кланяться, низкая. А там все-таки, вы видели, как в лес зашел. Деревья над головой. Ну вот как-то так. Оставайтесь на канале. Всем здоровья, счастья и добра. До новых волнующих встреч. Пока-пока.